Приветствую вас. Я думаю, что изначально идея ваша, что в каком-то деле вы хотите добиться успеха, является крайне деструктивной, потому что стремление к успеху уже говорит о том, что вы не готовы заниматься делом своим. Не готовы вы просто ради вот процесса действовать. Вот, просто ради ради непосредственного действия это реализовывать. Понимаете, какая штука. Если вы стремитесь к успеху в своем деле, значит, дело вам не так уж, чтобы и нравится, потому что для любимого дела характерна именно концентрация на процессе самом, а не на результате. А успех, как известно, это именно результат. Поэтому вам нужно найти такое дело, в котором вы ориентировались бы на именно процесс. И тогда, в этом случае, я думаю, вы и сможете найти себе дело по душе. Вот. Тут, правда, есть еще момент, чем вызван. Ваш вопрос. То есть, почему вас это, к примеру, волнует, беспокоит? То есть, для чего вы хотите, там, допустим, найти свое дело? Вот. То есть, это вот тоже очень важный момент. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. А если есть несколько дел, которым вы можете заниматься ради процесса, то занимаетесь тем делом, процесс которого доставляет вам наибольшее количество удовольствия, Николай. А лучше заниматься одним делом, чтобы в нем действительно чего-то достичь. Но достижение не должно быть самоцелью. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш
вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.